Уже во вторник, 20 февраля, на канале Домашнем вы сможете посмотреть мини-сериал под названием «Одна любовь на двоих», в которой главные роли исполнит Евгения Глотова, Елена Фатюшина, Егор Шмыга, Ева Лаптева, Наталья Бадирева и многие другие. И в данном сериале речь пойдет про главную героиню, которая все детство провела в детском доме и теперь одна воспитывает дочь. А все случилось из-за того, что родила она ребенка от сожителя, который бросил ее на произвол судьбы. И ей приходится очень трудно, ведь у нее довольно маленькая зарплата. И все эти трудности сталкивают ее с органами опеки в лице начальницы районного отдела 50-летней Антонины Сидоровой. Антонина хочет продвинуться по службе, поэтому с удовольствием помогает Лере наладить семейную жизнь. Случайным образом она знакомит ее со своим сыном Геной, между которыми в один момент пробегает искра, и они безумно влюбляются друг в друга.